Ветка-автомат 12, так называется эта стиральная машина нового поколения. Для ее производства на заводе «Электробытприбор» построены специальные цеха. Установлено вот такое высокопроизводительное оборудование. Сборка узлов производится на конвейере. Этот сложный бытовой аппарат очень прост в управлении. Вятка-автомат – мечта каждой хозяйки. Стирка не требует физических усилий. И главное, на ее затрачивается минимум времени. Вот смотрите. Вы загружаете машину 4 килограммами белья. Выбираете одну из 12 программ. Программы такие: сильные загрязнения, нормальные загрязнения, прочные краски, смешанные ткани, синтетика. Синтетика — две программы. Синтетика — ткань, которая выдерживает 60 градусов, и ткань, которая выдерживает 40 градусов, шерсть. Выбрав программу, установив ее, вы нажимаете кнопку, и дальше вам стирка не доставляет никаких хлопот. Машина сама автоматически выполнит программу, выключится, а вы в удобное время придете и вынете идеально чистое белье. В этом месяце выпущена первая партия новых стиральных машин.